Мир вам, дорогие друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с серией инструмента для полировки краев кожи, которые носят название сликеры. Инструмент представляет из себя ряд круглых канавок для полировки на различных основах. Чаще всего это дерево либо пластик. Различаются между собой как по виду материалов, пластик, виды дерева, то есть бук, береза, красное, черное дерево, так и по форме инструмента, к примеру, колесика, может быть насадка для мели-дрели или вид вот такого ручного полировщика. Принцип работы инструмента предельно простой. В зависимости от типа кожи, края смачиваются водой, либо покрываются полировочной пастой. Далее, полируются легкими возвратно-поступательными движениями с использованием различных частей инструмента. Для достижения нужной формы, края, плоской или полукруглой формы. Хотите узнать больше? Ждем вас на наших занятиях. С уважением ко всем, Алексей Мазалев.